Головний військовий прокурор Анатолій Маціо сподівається, що Верховна Рада підтримає пропозицію щодо створення Державного бюро військової юстиції. Таке бюро буде займатися злочинами, які вчиняють військові у тилу. За його словами, близько 20 тисяч військових злочинів розслідувала військова прокуратура щорічно. За словами Маціоса, найбільш поширеними порушеннями закону є самовільна відставка на військовій службі та дезертир. Головний військовий прокурор досить критично реагує на створення Державного бюро розслідувань органу, який отримає функції слідства від прокуратури. Водночас Маціос наполягає, через затягування старту роботи Держбюро розслідувань, до компетенції якого внесено послідність військових злочинів, гальмується також слідство у справах російської агресії в Україні. І зараз з нами є вже на зв'язку політолог Андрій Золотарьов. Доброго вечора, пане Андрій. Добрий вечір. На вашу думку, точніше, як особисто ви відноситесь до такої заяви Анатолія Матіоса, чи дійсно зараз країні потрібно таке бюро так військової юстиції? Ну, здесь отношение двоякое. С одной стороны, как практик, Матіос прав. Действительно, Государственное бюро расследований, собственно, в котором будут работать госслужащие, по идее, будет заниматься расследованием преступлений в военной сфере, в отношении военнослужащих, например. То есть, с ноября 2017 года действительно в его сфере полномочий отходит расследование военных преступлений. Но как это будут делать люди гражданские, вызывает очень большой вопрос, и вообще дееспособность ДБР вызывает очень большие сомнения. Да, действительно, Анатолий Матиос, если мне не изменяет память, с 2016 года пытается продвинуть идею создания Государственного бюро военной юстиции. Собственно, если исходить из цифр, сегодня в армии 600 военных прокуроров, и их не хватает. Ну и кроме того, есть специфика круговой поруки в вооруженных силах. Анатолий Матиос предлагал увеличить штат до 4500 человек, куда должны были, наряду с прокурорами, должны были войти инспектора, офицеры по особым поручениям. Как минимум, это радикально расширяло. А, плюс еще и военные адвокаты. Вот, собственно, но основной изъян – это плохо стыкуется со 45-й статьей Конституции Украины. Она, если мне не изменяет память, гласит, что создание чрезвычайных и особенных судов не допускается. Убрать этот запрет нельзя, поскольку 158-я статья Конституции говорит, что Верховная Рада не может дважды пересматривать одни и те же положения. Раздел правосудия был пересмотрен в 2016 году. Поэтому тут есть определенная правовая коллизия. Я думаю, есть и политический момент. Безусловно, здесь идея создания еще одного правоохранительного органа во главе со своим человеком, она достаточно вписывается хорошо в логику нынешней власти по политизации государственных должностей. Скорее всего, во внутрикуларной борьбе шансы Анатолия Матиоса победить невысоки. Хотя надо отдать должное, он сумел наладить работу военных прокуроров так, что на фоне остальных наших правоохранительных органов военные прокуроры выглядят вполне эффективными. Пане Андрію, все ж таки, як ви вважаєте, точніше, ви згодні з такою заявою Анатолія Матіоса, що він досить критично реагує на створення Державного бюро розслідувань? Яка буде ваша оцінка створенню такого бюро? Значить, що стосується Державного бюро розслідувань, це той случай, коли телегу запрягають спереді лошаді. Поскольку, если взять, допустим, пример опыт других стран, то можно согласиться с тем, что это, да, нормальная цивилизованная практика, когда функции следствия сосредотачиваются в одной структуре. Но под эту здравую идею абсолютно не предусмотрели логистику, то есть алгоритм того, как будут передаваться функции следствия от СБУ, от МВД, от прокуратуры.
И все это рискует обернуться параличом следствия в масштабах всей страны. Поскольку я не вижу перспективы того, что с осени ДБР сумеет полноценно заработать. Пока я вижу больше проблем, чем достижений. Чи можна сказати, пане Андрію, що є таке певне затягування старту ось такого Державного бюро розслідувань? Оно здесь к об'єктивним проблемам того, що ідею, як говориться, прийняли, ну як її реалізовувати, вот дорожна карта прописана весьма слабо. Добавляються ще й внутріполітичні інтриги. Межличностные отношения. И все это ведет к тому, что много говорят, но очень мало делают. На вашу думку, все ж таки можно очікувати, що буде створено Державне бюро військової юстиції, можливо, вже в поточному році або у наступному перед президентськими виборами? На мой взгляд, вероятность сегодня создания Государственного бюро военной юстиции минимальна. Это моя экспертная оценка, хотя, как практик, опять же, я готов был бы поставить на Анатолия Матиоса. Он оказался как руководитель достаточно эффективен. Но есть проблема Конституции и есть политические интриги. И все это приводит к тому, что, скорее всего, инициатива Матиоса реализована не будет. На вашу думку, кто будет против створения такого бюро? Во-первых, против такого бюро, я думаю, выступили наши бы и внешние партнеры. У них свое видение правоохранительной системы, это раз. Во-вторых, скорее, мы видели ранее по Верховной Раде, идею Матиоса поддерживала весьма близкая к президенту депутаты Рина Приз, там Иван Винник, да и тот же Юрий Муценко, но потом как-то охладели к этой идее. То есть нет, я не вижу в Верховной Раде сегодня, скажем так, мощной политической поддержки этой идеи. Ну и кроме того, конкурирующие структуры, я думаю, что в создании такой мощной правоохранительной структуры в вооруженных силах не заинтересовано и военное руководство. Я думаю, им это не надо. Дякую, пане Андрію, що долучилися до обговорення та висловили свої думки з цього приводу. А я нагадаю, що з нами був на зв'язку політолог Андрій Золотарьов.